Здравствуйте, с вами Людмила. Кто любит бисер, как я, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых работ. Сегодня я покажу, как я делаю ракитник. Разновидность Red Wings. Их очень много, и сортов, и разновидностей, и окрасов. Но сегодня я покажу желтый. Это и семейство кустарниковых, есть и деревья. Это семейство бобовых, поэтому и соцветия очень похожи. Если кто видел, как цветут бобы, фасоль, вот примерно вот такое соцветие будет. Приступим. Нам нужна проволока тройка. Это на листике. Лучше всего тройкой воспользоваться. Я взяла две проволочки, четверка и тройка на соцветие. Флор лента. Я буду плести с рубки. У меня номер 10 рубка. Ну, можете воспользоваться такой рубкой, которая у вас есть размер. Я взяла желтый и зеленый. Я еще на зиму делала букеты из серебра. Очень прекрасно, красиво смотрится. Я в конце покажу три веточки. Три веточки уже целый букет. А зимний букет, это вообще очень красиво смотрится. Так что запомните, что можно сделать зимний вариант. Потому что я уже снимать не буду зимний вариант. Просто замените рубку или бисер. Да, бисер. Не у всех есть рубка, поэтому я рассчитала также и для бисера. Потом я буду показывать, сколько брать бисера, если у кого-то нет рубки или есть желание сделать из бисера. И я взяла стебелек. Проволока для стебля. Я взяла примерно 30 сантиметров. Соцветие у меня будет где-то вот до этого места. Ну, так как вазочку, то я взяла 30 сантиметров. Это будет веточка кустарника. Декоративная веточка. Приступаем. Начну я с зеленых веточек. Проволока номер 3. Можно четверкой тоже делать, но листики небольшие, поэтому можно и тройкой. Это несложно. Мне написали, что я делаю простые и примитивные работы. И я согласна с этим. Я люблю из простых вещей делать шедевр. Чем проще, тем лучше. Я взяла 3 рубки. Или 4 бисеринки. Начало будет везде одинаковое. Я специально так рассчитываю, чтобы легче запоминалось. Было бы проще, поэтому... Все будет одинаково начинаться. 3 рубки. Оставляем маленький хвостик на один пальчик. Нам нужна ножка только, чтобы держалась, поэтому немножко оставляем. Закрутила я 1-2 оборота. Это вот так стройкой можно на пальчике покрутить. Ножка нам тут не нужна. И делаем 2 пары дуг. Заостренный верх, круглый низ. Но рубка у меня не очень ровная, поэтому как получается, так и хорошо будет. Так, сделала листик, нагибаем. Проволочка так удобней, колоться не будет. И отщипываем. Все. Листик у нас вот такой готов. Таких нам надо 2 на соцветие. Отщипываю. Нам только нужна проволочка, чтобы такое держалось.
и немножечко так загибаю. Сразу беру таких два листика, соединяю. Не очень впритык, ну так буквально несколько миллиметров оставляю и скручиваю вместе. Буквально, чтобы они держались. И нам нужны еще маленькие листики. Опять я беру три рубки, все по три у меня будет начинаться. И делаю маленькие листики, всего один оборот дуг буду делать, одну пару. Только я так делаю: один раз беру три рубки, второй раз беру четыре. Ну прям я так не считаю их, сколько с трех, сколько с четырех. Просто я делаю все-таки это кустарник, я делаю, чтобы они немножко разные были бы. Поэтому где три, где четыре, вот так сижу и делаю. Опять отщипываю вот такой маленький листик. Вот взяла три, потом четыре, и вот так делаю много листиков. Но примерно 20 на одну веточку в среднем, больше-меньше 20 листиков вот таких маленьких. Вот я взяла 4. А бисер, если будете делать из бисера, то берем 4, а следующий листик 5 бисеринок. Всего одну пару дуг. Загибаем и отщипываем. Беру четверку и делаю большой листик. Я взяла 3 желтых рубки. Небольшой. Вот одним пальчиком только оставляю внизу. И закручиваю. Тут побольше, потому что надо сделать 5 пар дуг. С четверкой надо вот так закручивать. Растягивать и закручивать. Тройку можно пальчиком, а тут надо подтянуть все-таки. Проволочка более жесткая. Заостренный вверх и круглый низ. Я сделала 1, 2, 3. 3. Вот 4-ю и 5-ю пару дуг я поставлю вот сюда пальчик, чтобы сделать небольшую лодочку. Поэтому я буду 4-ю пару дуг и 5-ю подтягивать. Для этого я буквально чуть-чуть вот так сгибаю. Видите, я немножко согнула. Не сильно, но согнула листик. И вот когда я уже согнула, продолжаю делать еще 4-я пара дуг. Вот так пальчиком лодочку держу. Только, конечно, не совсем затягивайте, чтобы эти дуги вперед не ушли. Тогда мне не надо потом ничего загибать, и все ложится хорошо.
когда дуги просто накрутить и загибать, проволочка-то длиннее получается первоначально. И потом большие просветы получаются. Поэтому я вот, вот этим небольшая лодочка у меня и делаю. А пальчиком я проверяю, чтобы вперед не ушло. Вот пятую пару делаю. С бисером также. Проверяю. Вот видите, пальчиком вот так держу, чтобы все легло. Посмотрела, все нравится, закрываю. Смотрите, какая лодочка у меня получилась. Это на четвертой и пятой дуге. Немножечко загибаем и потом продолжаем крутить. Тогда получается вот такой вариант лодочка. И уже как бы потом мять я уже не буду листик. Потому что именно вот так он хорошо смотрится, лежит. И вот эти дуги боковые у меня вперед не уходят. И не разъезжаются. Так, теперь сделаем маленький листик. Это был большой. Маленький и стройки надо делать. Или из четверки. Смотрите, что у вас есть. Я сделаю из четверки. В чем разница тройка и четверка? Нет, мне надо стройки делать, потому что я заготовки стройки сделала. Если с четверки делаете, то немножко скрутка она пошире, и листик будет пошире. А стройки, если будете делать, то листик будет поменьше. Вот я заготовки сделала стройки, поэтому мне надо стройки крутить. А так можете начинать или тройка, или четверка, это уже... Смотрите, я взяла опять три рубки и делаю всего две пары дуг. И таких листиков надо три. Заостренный вверх и округлый низ. Все, две пары дуг я сделала. Это все очень легко, просто. Таких надо три листика. Вот это я листики сделала из бисера. Вот тут я взяла раз, два, три, четыре. Четыре бисеринки и пять пар дуг. Раз, два, три, четыре, пять. Смотрите. Я приложу. Получается чуть-чуть больше, чем с рубки. Поэтому, а четыре меньше. Можете брать четыре пары дуг с бисера или пять. Видите, листик чуть побольше, а 4 чуть поменьше. Так что, когда будете плести, и тот вариант будет хорошо. Или 4 пары дуг, или 3. И листики маленькие я тоже брала 4. 4. 1, 2, 3, 4. И 2 пары дуг. Я взяла дополнительную проволочку. И будем собирать цветочек. Взяла один маленький листик, второй, и прикладываю друг к другу. Только вот так.
не совсем до середины. Ну, вот буквально вот так надо. Так, 3-4 рубки. Вот чуть подлиннее. Беру следующий листик. Смотрите, у меня проволочка идет в эту сторону, вовнутрь, и тут, и тут. И здесь проволочка должна тоже вовнутрь смотреть. Тут лицевая сторона. И я прикладываю, как и первый листик. Вот смотрите, как я приложила. Сейчас я уберу этот листик. Видите, вот эти два вместе одинаковые. А этот немножко подлиннее. Вот так я сделала. Собираю, зажимаю и скручиваю все три листика вместе. Такой язычок я сделала. Скрутили, чтобы держалось. Берем большой листик, прикладываем. Прикладываем. Вот у меня два листика, они тут открываются. Тут я загнула ножку и прикладываю. Вот видите, они как? Вот так я прикладываю. И прикручиваю большой листик. Иду вниз, чтобы стянуть проволочки. Я стянула проволочки. Теперь пока я ничего исправлять не буду, поправлять, потому что мне потом мешать это будет. Ну вот пока вот такое соцветие у меня получилось. Беру флор-ленту. Ставлю немножко наискосок. Когда по кругу, то она как бы крутится вокруг своей оси. Вот чуть-чуть просто вот так наискосок ставлю. Вот видите, наискосок. И вот тогда я могу вот этот, видите, вот этим пальчиком, вот этим, придерживать флору-ленту. И она не так сильно крутится. Вот видите, как я сделала. Все. Подтянула. Берем вот эти два листика. Вот изнаночной стороны, где проволочка, на себя. Прикладываю. Вот эту проволочку, вот чтобы зацепилась. Не закручиваю, а просто чтобы она внизу была. Тогда листики крутиться не будут так сильно. И закручиваю. Я тут проволочкой дополнительной не пользуюсь, чтобы не создавать толщину. Ну, вот кручу и флор-лента закручивается. Все. Теперь смотрите, что я делаю. Опускаю немножко, раздвигаю листики. Вот боковые округляю. Вот так раз и округлила. Беру вот этот боковой. И тоже округлила. Этот листик я разворачиваю. И тоже округлила только вниз. И соединяю верхние листики пальчиком. Соединяю. Сильно их не надо соединять, но чуть-чуть надо соединить. Вот тут у соцветия. Потом я немножечко так раздвигаю. Вот такое соцветие у меня получается. Немножечко листик нагибаю. Теперь
листики зеленые, так чтобы с лицевой стороны их было видно. Потому что это кустарник, веточка декоративная будет, чтобы вот так зеленый цвет был виден. Вот такое простое соцветие у меня получилось. То же самое я сейчас покажу на бисере. Единственное, листики я не буду прикручивать. Три лепесточка. Один округляю. Второй я округляю. Разворачиваю золотой листик. Округляю вниз и опускаю. Соединяю верхние. Так, соединяю. Немножко листик вперед. Вот такое соцветие у меня получилось из бисера. Вот цветовую гамму можно менять. Вот тут я взяла золотой цвет. Они настолько разные все. Для моей работы надо 7 цветочков я сделала. Можно больше, можно меньше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, начинаем собирать. Беру соцветие. И прикручиваю. Флор-лентой. Там, где я прикручиваю, начинаю добавлять листики маленькие. Потому что это веточка кустарника. И когда... Ну, по крайней мере, то, что я выбрала, были цветы и маленькие листики. Есть только цветы. Да их это настолько много разных. И вот так беру. Видите, тут 4 у меня рубки было. Сейчас поменьше. Специально ничего не смотрю. Просто беру их и расставляю. Теперь беру соцветие. Оставляю ножку. Не прикручиваю к стеблю соцветия. А именно оставляю ножку. Вот тут сгибаю. И, видите, ножку оставляю и прикручиваю. И опять добавляю листики. По кругу добавляю, чтобы со всех сторон были листики зелененькие. Беру следующее соцветие, чтобы со всех сторон у меня были цветы. Опять оставляю ножку. Как густо, тоже можете смотреть, как вам больше нравится. Более, когда более приближенные цветочки или наоборот, подальше друг от дружки. Это уже смотрите. Вот так просто. Видно, большой мастер это заметил, что из простых вещей делаю простые работы. Это я, конечно, для новичков стараюсь, чтобы с первого раза все получилось. Так, берем следующее соцветие. И вот так по кругу. Ножку я тоже оставляю. И вот так, чтобы цветы были со всех сторон. По кругу прикручиваю цветочки. И опять листики.
добавляю. Беру следующее соцветие. Немножко подогнула. Так. И смотрю. Как бы стараюсь между цветочками, чтобы везде цветы у меня были. И опять листики. Примерно 20, но иногда у меня остается, когда я делаю. Я не считаю, поскольку я прикручиваю маленьких листиков. Поэтому в среднем говорю 20. Опять загибаю. Смотрю, где мне надо. Где просится прям цветочек. Вот смотрите, я стараюсь. Вот тут потоньше пошла проволочка. А тут потолще. Стараюсь начинать крутить там, где тоненькая, чтобы не сильно заметно было переход проволочки. Это маленький такой нюанс. Так. Смотрю, где мне больше нравится. И опять листики. И беру последнее соцветие. Смотрю сюда. Поставлю. И прикручу здесь. Тоже согнула. И прикручу на ножку зеленые листики. Тут я уже не так густо делаю, потому что они будут в вазе букет. Поэтому тут уже так сильно густо не надо. Но все-таки нужны листики. Так, и последний листик. Сейчас докручу. И вот такой букетик у меня получился. Смотрите, я тут брала темно-розовый, светло-розовый. Тут фиолетовый с красным. Я уже показывала красный с золотым. Тут чисто желтый. Вот такой букетик. Со всех сторон у меня есть цветочки. У меня получился. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень приятно читать. Вот так из простых вещей сделали вот такой букет. Смотрите, всего 3 веточки цветов. И уже такой объемный букет. Шикарный объемный букет. Со всех сторон красиво. 3 ветки для большой вазы уже достаточно. Вот также можно из бисера цвет. Видите, как этот цвет золотой с красным.
Так что, какие цвета вам больше нравятся, плетите вот такие веточки. Декоративные, красивые веточки. До свидания!